В Казахстане отменяют государственное регулирование цен на дизтопливо. Об этом сегодня на брифинге в Астане сообщил вице-министр энергетики. По словам Асета Магауа, если этого не сделать, республика столкнется с дефицитом. Сейчас на отечественное дизтопливо установлена цена 99 тенге за литр. В России оно стоит 185 тенге, в Кыргызстане 160. Пользуясь разницей в стоимости, граждане из соседних стран в больших объемах скупают казахстанский дизель, говорит Асет Магауов. Особенно в приграничных областях при отпуске цены в свободное плавание цена на топливо в республике не превысит 115 тенге за литр, считают в Минэнерго. При этом на нужды уборочной компании, как и прежде, отпускная цена останется на уровне 79 тенге. По этой стоимости для фермеров уже сформирован запас в 400 тысяч тонн. Кроме того, в ведомстве предупредили, к тем, кто будет пытаться искусственно создавать дефицит или неоправданно сильно повышать цены на дизтопливо, будут приняты соответствующие меры. В первую очередь, текущее решение оно продиктовано, чтобы не было дефицита в августе, потому что, по нашим оценкам, дальнейшее промедление оно проведет дефицит. Но долгосрочно мы считаем, что мы должны реформу проводить, и рыночные цены в целом должны в отрасли формироваться. По нашим оценкам, в целом рынок сейчас в хорошем состоянии с точки зрения запасов, и принятое решение оно не должно привести к каким-то резким колебаниям цен и каким-то неуправляемым ситуациям.